Веселый состав стартует от памятника Курчатову. Конечная остановка – вокзал. Первый маршрут выбран не случайно. Он хоть и не самый длинный, зато популярный у студентов. Кто хочет на первый маршрут, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. И дело не в том, что здесь сегодня нет кондуктора. Дело на самом деле в том, что мы с радостью принимаем всех, абсолютно всех, на чемпионате мира по дёрлингу. Волонтеры не только приглашают молодежь на чемпионат мира, но и проводят ликбезы для старшего поколения. Челябинские пенсионеры о диковинном спорте тёрлинге слышат впервые. Это, наверное, какой-то, наверное, бег, может быть, на этих вот, на горочках. Площадки для кёрлинга практически всегда заняты по тем дням, когда они отведены под кёрлинг. Это меня радует, и я так понимаю, что после проведения чемпионата мира в Челябинске популярность кёрлинга вырастет еще на голову. Потребуются новые спортивные площадки. Первой пассажирке спортивного троллейбуса два пригласительных на церемонию открытия, остальным бесплатный проезд в шумной компании. Ну а тех, кто общественным транспортом не пользуется, но все-таки мечтает увидеть, как камни загоняют в дом, приглашают во дворец «Уральская молния» за билетами. Цена на них, как обещают организаторы, будет доступной.